Всем привет! Вот моя котельная. Пролизный котел Термика 25 киловатт. Проблема была в чем? Вот его стандартный, которым он комплектуется. Блок управления NovaSolar PK22PID. Проблема была в том, что через 120 минут выбивал ошибку на экране ER5. Это походу то, что закончились дрова, и он температура не повышается, и он выключается через 120 минут. Больше настроить было невозможно эту задержку, собственно, больше 120 минут. Бывало даже такое, что он сам работает, через полчаса выключился. Перенастроить невозможно. Звонил я в компанию Термика, представительство. Результат пока не дало, конечно, буду там добиваться дальше. Собственно, обратился в компанию Тепло без газа. Посоветовали Комфортэко, блок управления. Сработали быстро, прислали за 2 дня. Стоимость доступная. Огромные плюсы, тут на большой диапазон регулировок. И вот, собственно, в чем была у меня проблема. Написано час гасения. Вот так видно, нет. Час гасения. На этом блоке управления я выставил 300 минут. Это 5 часов. Можно даже больше. Но мне этого достаточно. 5 часов. И все, проблема решена. Не гаснет. Работает отлично. Регулируется. Помогли разобраться, компания Тепло без газа, всем рекомендую, ставьте, все, всем спасибо.